Всем привет, дорогие друзья, уважаемые подписчики! Сегодня у нас быстрый рецепт, и я вам покажу эликсир счастья. Видео с якорсами набирает обороты, уже почти 3 миллиона просмотров. И сегодня в продолжении темы я вам дам очень хороший рецепт из Индии. И не только Индии, его используют во всех странах Индокитая, в Азии. И для этого нам нужны будут якорцы, мукуна и молоко. Ну что, поехали. Для начала надо собрать якорцы. У нас жара страшная, 40 градусов. И вот место, где все высохло практически, кроме якорцев. Посмотрите. Вся трава сухая, кроме якорцев. Вот эту травку мы сейчас соберем, высушим. Ну что ж, дорогие друзья, уже практически все готово для нашего рецепта. И нам понадобится молоко, высушенные якорцы. Сейчас мы их почистим и перемолим в кофемолке. И мукуна. Что такое мукуна? Мукуна — это перемолотые бархатные бобы, которые произрастают в Азии и в Африке. Это биологически активное вещество, афродизиак, антидепрессант, средство, которое улучшает общее состояние организма, улучшает качество сна, улучшает качество секса. Его применяют как биологические добавки для повышения спортивных достижений. Кстати, мукуну используют для профилактики болезней Паркинсона. Применение мукуны уменьшает дрожь при этой болезни. В мукуне много очень биологически активных веществ. 25-30% белка. Но самое главное — это аминокислота L-DOFA, которая является производной дофамина. Дофамин же — это вещество, которое отвечает за сигналы головного мозга, которые связаны с чувством счастья, с чувством удовлетворения, с чувством хорошего настроения. В общем, штука классная, штука полезная. Мало кто о ней знает. В Индии вот этот рецепт, который я вам сейчас предоставлю, называется, угадайте как, народная виагра. Если у нас якорцы — природная виагра, то вот этот рецепт в Индии — народная виагра. Почему народная? Потому что в этих странах виагра дорогая для их зарплаты, и вот у них есть определенные средства. Одно из них вот это вот, наверное, самое главное — мукуна с якорцами, которая является народной виагрой. Сейчас нам необходимо почистить якорцы. Якорцы вот от этих стебельков я сейчас буду чистить вот таким образом. Если у вас хорошая кофемолка, то можно чистить и прямо с колючками якорцы. Но если кофемолка плохо перемалывает, то лучше, конечно, без колючек.
Ну вот, якорцы у нас получились. Взбил я пудру, все готово. Сейчас у меня такая просьба к вам. Обязательно поделитесь этим видео с вашими друзьями в социальных сетях. Тем самым вы поможете не только нашему каналу, но и многим людям, которые нуждаются в таких рецептах. Ваше здоровье! Вкус приятный. Вы можете принимать это каждый день в течение недели, после обеда или перед сном. Ставьте лайки или дизлайки, если вам что-то не понравилось. Пишите в комментариях, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Всем здоровья! Пока!